Иногда становится совершенно невозможно двигаться вперед. Дела, проблемы. И если просто больше работать уже не помогает, я говорю себе, что нужно остановиться, посмотреть внутрь и что-то изменить в своем отношении к миру. Иногда я меняю отношение к людям, иногда к конкурентам. Неожиданно становится очень легко идти дальше. Измените свой взгляд, и изменится мир. Это самое грандиозное мероприятие, которое проходило. Очень много партнеров, очень много вопросов и очень много новинок, которые обсуждаются.